Книга о богах и людях занимает, как мне кажется, особое место в наследии Греймаса, потому что в ней он обращается к своим литовским корням. И мне кажется, что это придает книге ауру особой сопричастности материалу и автору дает большую свободу трактовки. Книга Греймаса, она отражает время после прорыва структурализма в исследованиях фольклора и мифологии. Это время Левистроса, Дюмезиля, Детьена и Кобсона, и о них Греймас пишет во вступительных главах. Но это время моей молодости, поэтому я это все читаю с таким ностальгическим чувством. Ну, как бы сейчас это уже все известно, но тем не менее это не ослабляет значимости книги. В это время у нас уже произошел этот прорыв. Создавалась школа Милетинского, вот на этой конференции какой-то мур пошел на старое поколение. Сигал не приехал, заболел Сергей Юрьевич Неклюдов, ну вот, которые бы, это свидетели, такие активные свидетели того, что было. А следующее поколение, вроде Георгия Ахиловича, это уже младшенькие. И занимались уже в это время реконструкцией индоевропейской мифологии Иванов и Топоров как раз на балтославянском материале. И Греймасу их работы были известны, при том, что в книге он отозвался о них довольно прохладно. Говоря, что в исследованиях литовской религии в последнее время появилась тенденция выносить несколько поспешные решения по этому вопросу. Это он имел в виду работы русского семиотика Топорова, который, по нашему мнению, слишком быстро переходит к сравнительному исследованию балтославянской мифологии. Я не касаюсь сути полемики, правоты или неправоты обеих сторон. Меня привлекает именно эта пристрастность Греймаса. Возможно, я ошибаюсь, но мне видится в этом, среди прочего, и такая позиция носителя традиции, который выступает против решений, предлагаемых, так сказать, извне. То есть он укоренен в своем материале, и это преодолеть не может. Хотя, казалось бы, именно такие решения Греймас должен был бы приветствовать. Несколько меняю оптику, чтобы взглянуть на то, что пишет Греймас о своей, о литовской традиции. Точнее, какие материалы были в его распоряжении. И здесь я позволяю себе опереться на мысли Николая Михайлова из его книги, недавно вышедшей «История славянской мифологии в XX веке», который, конечно, затрагивается и балтославянская тема, балтийская. И обсуждается вопрос, как искать свидетельство, в данном случае свидетельство о язычестве, в традициях без собственных эпических первоисточников. То есть при отсутствии описания верований, обычаев, обрядов, мифов, относящихся к периоду, когда язычество было общепринятой религией балтийских и славянских племен, а нам приходится довольствоваться поздними, фрагментарными и весьма субъективными сообщениями средневековых хронистов. Действительно, ну что делать вот с такими традициями? В этой ситуации, продолжаю мысль Михайлова, и совершился прорыв к реконструкции языческой традиции на основании фольклорных источников. Я, конечно, тут не буду останавливаться на этой теме и
очень известные и не менее известные полемики по поводу как самой возможности реконструкции, так и конкретных гипотез. Ну, это, конечно, тут просится вопрос о так называемом индоевропейском основном мифе о поединке громовержца со змеем, который до сих пор остается дискуссионным именно потому, что текста-то такого нету. А реконструкция вполне достоверна. Греймас дал своей книге несколько размытое название «О богах и людях». А мне хотелось бы предложить еще более размытый перевод «Про богов и людей». Этим как бы подчеркивается, что речь идет о некоторых разрозненных сведениях. Вот что удалось собрать, вот что сохранилось, что сохранила память народная и традиция. Но по сути это реконструкция литовской мифологии, данная в биографиях ее персонажей. Выбираю именно термин «биография», имея в виду, в данном случае, что это не просто собрание сведений о персоне, помещенное в хронологические рамки, отпущенное человеку с рук, а в фольклорно-мифологической перспективе это описание сценария жизни человека, и помещено оно в рамки архетипической модели мира. Понимаю, что определение, конечно, приелось, но от этого оно не теряет своего смысла и, главное, удобства практического применения. Вот уже само название первой главы раздела о Каукасах и Айтворосах, происхождение Каукаса и его жизни, указывает на стратегию автора. Не просто собрание сведений, сохранившихся, а вот такая вот линия биографии, сюжетная линия. И особенно показательным, пожалуй, в этом отношении является раздел, посвященный богине утренней звезды, утренней зари Ауширине. Сюжеты и герои этого раздела вмещают чуть ли не всю литовскую мифологию. Именно сюда Греймас помещает и описание триады главных балтийских богов. Эта линия Ауширине то растворяется в сопутствующих персонажах, уводящих от героини, то возвращается к ее биографии, к семье, к ее месту в пантеоне литовских богов, в той степени, в которой она может быть реконструирована. Это именно биография. Я должна вспомнить, сколько лет назад, Инна, может быть, вы помните, была вот эта конференция, посвященная Греймасу, французской семье. 10 лет назад. Да. И мы с Марии Вячеславовны Завьяловой делали доклад о Ауширине Мюльнис Сауле к описанию любовного треугольника. Ну, это сюжет известный, свадьба, месяцы, измены и так далее. И, конечно, его мы для этого не обязательно было читать Греймас, он был известен и без этого нам, особенно балтисту. Но мы взяли его именно из Греймаса, потому что это был действительно такой биографический сюжет. Я помню, что мы даже к этому как-то и Касабланку фильм присоединили. Вот это тот ракурс, в котором описывает литовскую мифологию Греймас. Он очень осторожен в этом отношении и подчеркивает, что не претендует ни на какие конечные результаты, а лишь пытается поднять частные проблемы и предлагает частные способы их решения и называет свой труд первой фазой реконструкции литовской мифологии. Но все-таки реконструкция литовской мифологии, что очень важно. Мы так
вновь возвращаемся к проблеме первичных источников, вернее, к проблеме их отсутствия, то есть к традициям, которых, перефразируя поэта, у которых нет Анакреона, в данном случае нет Гесиода. А потребность в теогонии есть, и волны этой потребности выносят на поверхность то научные гипотезы, то реальные воплощения. В последнем случае я имею в виду, конечно, набирающие силы в Балтии, в Литве и в Латвии неоязычество. И тут такое у меня выгодное положение, не надо ничего рассказывать после фильма Риты Балкуди. Осторожная, так мягко говоря, осторожная оценка неоязычества, просвещенная частью общества, известна. И все основания к этому есть. По количеству фриков, пожалуй, только этимологи-любители могут сравниться с неоязычниками, особенно когда во главу угла ставится первенство. То есть вот как только начинается кто был первым, это русские, ну, естественно, уже никуда не денешься. Но, тем не менее, мы с излишним недоверием относимся к формулируемым неоязычникам целям восстановить собственное прошлое. Почему, собственно говоря, такое недоверие? Почему нам кажется странным вот это органическое совмещение католичества и язычества? Ну, как будто неизвестна такая общая вещь, как двоеверие. Сегодня был доклад, да, о тарантизме. Ну, в общем, это то же самое в Италии. И фильмы показывали, да, отрывки, просто разные темпераменты. Там путь где-то медленно ходит по кругу, плавно там пляшут. В общем, это то же самое. Мы воспринимаем неоязычество как нечто искусственное, в лучшем случае как вид ролевой игры и создание дополнительных ярких и эффектных праздников. Вот, значит, тут игра с камнями. А вот наш визуальный антрополог Владимир Леонидович Кляус, где, Володя, помните, был у вас доклад об этих ритуалах с камнями, когда носят на гору камни и складывают их. Это какой новый это обряд или старый? Это где было? Да. На Аргуне. Ангоны. Да. И я все больше думаю, что мы далеко не во всем правы. И реконструкция или восстановление в коллективной памяти собственного прошлого имеет, ну, естественно, основания, ну, права, а почему бы нет? Но, кроме того, и достижения. В Литве, конечно, эта деятельность Ромувы, или Ромувы, да, как в каком-то периоде, где параллельно или даже совместно с неоязыческим творчеством ведутся этнографические и этнологические исследования, и в определенном смысле происходит взаимовлияние или взаимовливание народного и научного. Кстати, Йонас Вайшхунас, значит, он сейчас, кто там, главный жрец или нет? Вот. Просто жрец. Один из жрецов. Ну, он у нас выступал тут на конференции, посвященной Денелайтису. У нас и Трилкунас выступал. Трингунас? Когда у нас Трингунас? Ну вот, видите, то есть мы, так сказать, осуществляли это взаимовливание неоязыческого и научного. А теперь я сошлюсь на латышскую традицию. Это статья известного латышского этнолога
и фольклориста, профессора Янины Курситы, который тоже у нас здесь выступал. Вот я думаю, у многих уже сейчас есть эта книга наша «Диалог с камнем», где она, где у Курсита статья о каменных бабах, путешествии каменных баб во времени и пространстве. Это антропоморфные каменные изваяния, ну, которые нам привычно называть их половецкими бабами, но это те, которые принадлежат балтийскому пространству и связаны с этносами балтийскими прусов и литвяков, и относятся там, к IX-XII веку. Традиция поклонения каменным бабам жива в Беларуси. Вот Татьяна Васильевна Володина этим занималась и описывала обряды одевания этих каменных девочек. Антропоморфные, это не старые, по-моему, да, камни, ну, которые... такие календарные обряды, когда каждый год там их переодевают, меняют им передники, да, и так далее. А у университетского профессора появилась идея оживить каменных баб. И по образцу полесского ритуала, который она вот читала у первоисточника, сидящего здесь, она летом 12-го года, недалеко от Риги, устроила такой вот ритуал со студентами-фольклористами, пополнив этот ритуал пением народных песен, хороводами вокруг каменной бабы, после чего зажгли костер, в который каждый из присутствующих бросал щепотку размельченного янтаря, как субстанции, имеющие магические защитные свойства, и в заключении ритуала последовали пожертвования монет. Это же, очевидно, был большой успех. Она, Курсита, повторила это в Америке, в латышской диаспоре, в Кацхилле, и ритуал прижился, и появился там некий мифологический объект «Кацхилская каменная баба». Теперь скажите, чем это отличается от ритуала в деревне Кулёнес? И почему, как мы... На каком основании одно мы считаем аутентичным, другое неаутентичным? Когда хронологически появится вот та граница, когда это все уйдет в народную память, и тогда, как я помню вот, в ранней молодости какую-то этнологическую французскую статью, где этнологи пытались добиться у информантов объяснения причины, основания какого-то обряда. И получали на все только один ответ. «Ainsi que faisait nos pères». Так, как делали наши предки. Так вот, я думаю, довольно быстро появится и здесь. Да, собственно говоря, и вот в этом Кулёнесе условно обряде, а что можно придраться? К чему? Там все подлинное, там никаких, строго говоря, фантазий вот таких вот, типа это русские, ну, во всяком случае, то, что я восприняла, по-моему, нету. И теперь я, значит, перехожу к теории и уже традиционно обращусь к мерцающей мифологии, которую мы с Марией Вячеславовной все никак не можем, по-моему, так сказать, вживить в науку. А именно, и буду повторять и самое себя, мерцающая мифология, которая существует у нас, но как бы от нас почти независимо. И речь идет не о трансформации и инсценировке
вполне определенных и известных сюжетов и мотивов, но о неких проблесках, определяемых мифопоэтическим сознанием и мифопоэтическим чутьем авторов и той этнокультурной моделью, носителями которой они являются или которую усваивают. И осознанно или неосознанно черпают из этого запаса, попадая в нужные точки, и в определенном смысле не нуждаются в сюжетных и мотивных подпорках. Создатели этой мифологии, ну, строго говоря, это вот Singers of Tale, они не только берут, но они и возвращают, используя образы, они тем самым дополняют, поддерживают и подтверждают досье собственной традиции. Традиционно считается, это вот так вот вдолбили, что фольклорные тексты имеют ценность тогда, когда мы уверены в их архаичности. Если более или менее признаются локальные варианты, то осовременивание фольклора рассматривается как посягательство на его аутентичность. Я как раз недавно говорила с латышским филологом, ну и говорила, какое богатство для реконструкции представляют латышские дайны при такой краткости, загадочности и так далее. Ну, скажем, ну они же так поздно записаны, но Ригведа записана в XIX веке. Ну, записаны они поздно, но это не значит, что они так и существовали поздно, что это каким-то образом их лишает аутентичности. Традиция живет и в новых воплощениях, и в том числе и в научных реконструкциях. Что представляет собой книга Гримаса и что он маскирует под попыткой частных проблем и частных способов решения? Он, по сути, берет на себя задачу нового Гесиода. Он представляет языческий пантеон литовских божеств в их иерархии – верховные боги и башки, ну или демонологические персонажи, вообще бы, я не знаю, как там переводить. Так что таким образом книга становится, если можно так сказать, вторичным источником. Мы из нее черпаем именно как из теогонии, ну, условно. И это никак не умаляет ни ее достоверности, при том, что он все время оговаривается, что у него не было возможности, действительно, не было возможности такого, таких... доступа к таким материалам. «Мы попробуем, — пишет Греймас, — восстановить облик Аушриня и сферу ее деятельности. Мы попытаемся, выбрав одну из тысяч литовских сказок, прочитать ее так, как будто это не сказка, а миф, выискивая смыслы, скрытые под поверхностным покровом текста. Такое прочтение ничем, по сути, не отличается от разбора поэмы, от желания психоаналитика понять своего пациента или от разгадывания кроссвордов. Возможность ошибки кроется в каждом закоулке текста, а грань между интуицией и фантазией видна не всегда. Мифологическую правду гарантирует только сравнение текста с другими похожими и непохожими на него текстами и его внутренняя когерентность. Это теория того, что он пишет, но важно и то, что это не сухая теория, а это описание литовской мифологии. Книга Греймаса – это 79-й год. Конец 70-х, начало 90-х – это время, отведенное на научную деятельность рано ушедшему Норберту Сувериусу, чьи труды продолжают начатую Греймасом тему литовской теогонии.
Его книги и «Мировоззрение древних балтов» и другие мифологические студии ставят своей целью представить, возможно, более литовскую и шире балтийскую мифологическую картину. Гримасу его работы были знакомы, о чем он и в книге упоминает, но опять-таки с большим резервом. Он пишет, что недавно вышло исследование «Мифические существа литовских сказаний», которое дошло уже после написания книги. Одна глава посвящена анализу лаев. Любопытный читатель может таким образом сравнить результаты двух методологий, рассматривающих одну и ту же тему и в одно и то же время. То есть, ну, конечно, для Гримаса и тогда была важнее, более важна, очевидно, методика, но, естественно, и как основатель вот такой французской семиотики, этим он дорожил больше, и, возможно, поэтому, так сказать, это и определяло его отношение к другим работам. Литовская фольклористика, которую мы здесь хорошо знаем, фольклористика, фольклористы, и видим регулярно тут, в доме Култрушайтиса. Она успешно продолжает расследование того, что сохраняет народная память о своих богах и о самих себе, то есть о людях. Сохраняет в текстах, словесных и несловесных. Тот факт, пишет Гримас, что разные тексты не противоречат друг другу, позволяет нам считать их комплементарными и применить к ним процедуру цепного анализа, синтагматично изложить всю полученную из них информацию и таким образом восстановить цельную и полную историю, алиас восстановить литовский пантеон и литовскую мифологию. Это, как мне кажется, главное, что мы извлекаем из книги Гримаса. Все.